Сотрудники фастфуда, вы когда-либо портили заказ грубого клиента? Когда я работал в Макдональдсе, если клиенты грубили, то я делал им гамбургеры, как на картинке. То есть клал всю начинку на одну сторону гамбургера, а огурцы клал так, чтобы они слегка свисали наружу. Одна дама заставила меня поменять вафельный рожок около 15 раз, пока я не нашел тот, который не был треснут. Вафельные рожки хрупкие и имеют склонность к сколам по краям. Когда я наконец нашел тот, который она одобрила, я умышленно наложил туда больше мороженого, чтобы там неизбежно появилась трещина. Эта трещина должна была становиться тем глубже, чем больше она откусывала, что должно было привести к тому, что рано или поздно рожок бы сломался. В подростковые годы я работала в Бургер Кинг. Один мужик накричал на меня за то, что якобы его бургер был холодным. Я извинилась и заверила его, что мы сделаем ему новый, но он продолжал собачиться. Так и быть. Я сказала, что принесу ему новый бургер, только что приготовленный. Пошла на кухню, взяла котлету прямо с гриля и засунула его в микроволновую печь на 2 минуты. Приготовила бургер и отнесла к его столику. Попросила попробовать при мне, чтобы убедиться, что на этот раз бургер достаточно горячий. Стояла рядом со столиком, хитро улыбаясь, когда он откусил большой кусок этой херни и сразу обжег свой рот. Пока он судорожно глотал колу, я спросила, достаточно ли теплым был бургер. Он быстро закивал, продолжая пить. Продолжая улыбаться, я сказала, была рада вам угодить, и кивнула, как бы показывая, что горда проделанной работой. Развернулась на каблуках и пошла прочь. До конца смены чувствовала себя королевой. Однажды, когда я работал в Макдональдс, до закрытия оставалось 5 минут. Мы уже собирались уходить, но к окошку подъехала машина, полная бухой молодежи. Они вели себя очень шумно и грубо, и заказали кучу еды, которой у нас не было на готове. Поэтому нам пришлось задержаться на 20 минут после закрытия. Один из парней вышел из машины, подошел к окошку и щелкал перед нами пальцами, торопя нас. Коллега, который должен был передать им заказ, сделал внизу пакета дырку и передал его парню, придерживая пакет снизу. Парень вынужден был взять пакет сверху, из-за чего все его содержимое вывалилось на землю. Мы захлопнули окно и выключили свет. Я 2 года работала в Wendy's. Я старалась не мстить плохим клиентам, но давать плюшки хорошим. Например, если очередь была небольшая и клиент вел себя вежливо, говорил «пожалуйста» и «спасибо», я старалась выбирать самую свежую картошку фри из приготовленной, чтобы она была максимально горячей и хрустящей. Такие мелочи всегда поднимают людям настроение. Около 10 лет назад, когда я работал в KFC, одна пожилая дама начала кричать на меня, как только подошла ее очередь. А еще она предупредила, чтобы я был аккуратнее с печеньем. Я был очень неаккуратен. Полюбуйся на свое поломанное печенье, в следующий раз будешь знать, как кричать на меня и поторапливать. Я так не делала, но когда работала в Taco Bell и KFC, мы случайно путали заказы, чтобы клиенты вернули их. После чего мы отходили в сторонку и ели их. Когда я учился в колледже, мой друг работал доставщиком пиццы. Он просил нас сделать заказ и через какое-то время, когда заказ был готов, отменить его. Когда его смена заканчивалась, он брал эту пиццу с собой и угощал нас. Думаю, что технически это нельзя считать порчей заказа, но почти, поэтому все же поделюсь этой историей. Когда я работал в Бургер Кинге, одна женщина среднего возраста приходила к нам пару раз в неделю и заказывала бургеры с большим количеством лука. И сколько бы мы ни добавляли его, ей все не хватало. Я клал довольно много лука, хотя мы должны класть 4-5 кусков и добавлять по желанию, но она просила больше и больше. Однажды она пришла к нам, и менеджер ресторана, она была довольно адекватной, что редко встречается в этой сфере, сказала мне, чтобы я положил очень много лука. Она решила сама подать заказ клиентке, отпуская едкие комментарии, которые мы все слышали через наушники по внутренней связи. Вполне ожидаемо, женщина вернулась и потребовала больше лука, хотя мы уже положили, кроме шуток, в 20 раз больше лука, чем положено. Наша менеджер, сквозь зубы смачно обматерив клиентку, протянула мне бургер и велела добавить лука. Не успел я это сделать, как она сказала, хотя нет, забудь, дай-ка мне перчатки, я сама это сделаю. Она взяла почти половину контейнера, где было 2,5 килограмма лука, вывалила все на бургер и передала пакет клиентке. Женщина вернулась к своему столу, а все сотрудники собрались на кассе, чтобы поглядеть. Выражение лица клиентки, когда она открыла пакет, было бесценным. Насколько мне известно, больше она не жаловалась на нехватку лука.
Я сделала кое-что отвратительное, правда, не по отношению к клиентам. Я тогда работала в пиццерии Little Caesars. В течение 4 вечеров подряд нам приходилось задерживаться из-за больших заказов, но каждый раз клиент в последнюю минуту отменял заказ. Отмененные заказы мы обязаны были сразу выбрасывать. И каждый вечер в это время возле пиццерии ошивалось 4-5 ребят студенческого возраста, которые просили нас отдать им пиццу, которую мы собирались выбросить. Пока мы не догадались, что именно они делали эти заказы. Однажды я подмела пол и положила всю грязь и мусор на пиццу. Мы отдали им пиццу, и больше нам не приходилось задерживаться на работе. Я работал в закусочной. По инструкции мы должны были класть по 3 кусочка помидора в один сэндвич. Одна клиентка так разозлила меня, что я положил ей только 2. Один парень повел себя очень грубо, когда я работал в МакАвто. Он попросил добавить огурчиков, но я передал ему заказ вообще без огурчиков. Когда вспоминаю об этом, чувствую себя таким крутым. Я работал в пиццерии, и у меня очень часто возникало желание высморкаться на пиццу, когда клиенты грубили мне или моим коллегам, принимавшим заказ, но ни разу не смог заставить себя это сделать. Когда я работала в Wendy's, пережаренные бургеры мы не выбрасывали, а оставляли для чили, что-то типа соуса с мясом. Если они выглядели так, будто их держали на гриле дольше, чем нужно, мы клали их в кастрюлю и оставляли в теплом ящике. Мы всегда работали до часа ночи, и однажды клиентка пришла после того, как мы закрылись. Я уже почистила гриль, и готовых котлет тоже не осталось. Менеджер принял заказ, потому что эта стерва раскричалась и угрожала, что пожалуется. Я взяла пережаренный сухой бургер, который весь день стоял в кастрюле в тепле. Я не горжусь своим поступком, но и не жалею об этом. Я облизал сыр и огурцы для бургера, заказанного бывшей девушкой моего друга. Она украла часть его зарплаты и купила вещества на эти деньги. Я понимаю, что это отвратительно, но раз уж на то пошло, эта стерва сама напросилась. Один полицейский заказал литр колы, но вел себя по-хамски. Я проделала дыру в стороне бутылки и заклеила ее наклейкой с логотипом. Ох, как он разозлился. В старших классах у меня была очень тихая и робкая подруга. Мне часто приходилось защищать ее. Она встречалась с одним парнем, который изменил ей, и они расстались. Вскоре после этого он подъехал на машине в ресторан фастфуда, в котором я работала. Он заказал какой-то модный кофе с каким-то вкусом. И я добавила в него воды из ведра со шваброй, в таком виде и подала ему. К черту его. Это был единственный случай, когда я намеренно портила заказ во время работы в сфере питания. Больше так не поступало, как бы грубо не вели себя клиенты. Изменено. В этом же заведении одна пара среднего возраста на видавшие виды тачки заказала мини-порцию картошки фри, напиток самого маленького объема и один бургер. Когда они подъехали к моему окошку забирать заказ, я почувствовала сильный запах травки. Я поняла, что они были голодны и им точно не хватит того, что они заказали. Поэтому добавила им пару больших пакетов картошки фри, большую порцию содовой и большую порцию молочного коктейля. Если бы я отдала им еще и бургер, мне бы влетело. Одного парня в моем городе поймали на том, что он нагадил в кастрюлю с бобами в Taco Bell. В начале этого года я провел неделю в больнице из-за кишечной палочки, которую подхватил в одном дерьмовом ресторане. Просто трэш. Однажды, когда я работала в Бургер Кинге, народу было мало, и пришел один мальчик, у которого денег было только на одно мороженое с Орео. Обычно я делала его за 30 секунд, но у мальчика так горели глаза, и очереди все равно не было. Поэтому я потратила больше времени на то, чтобы Орео как следует перемешалось в мороженом, и положила мороженого до краев. Когда менеджер увидел это, он был недоволен. И тем, что я потратила лишнюю минуту на мороженое для мальчика, и тем, что я положила в стаканчик больше мороженого, чем положено. Он заставил меня выбросить все. Несмотря на его недовольство, я сделала мальчику порцию с еще большим количеством мороженого. Добавила и ММДМС, и шоколадные хлопья, и шоколадный соус, все что можно. Подала в таком виде, что он стоил практически в 3 раза дороже той суммы, которую мальчик заплатил, и велела ему бежать прочь со всех ног. Если вы будете хамить в Старбаксе, вам подадут кофе без кофеина. В каждом Старбаксе существует особый шифр, с помощью которого кассир дает знать, что для определенного заказа нужно сделать кофе без кофеина. В нашей кофейне это был пририсованный нос к смайлику на стакане. Одна женщина вела себя как настоящая стерва. Она приходила к нам 5 раз в день и почти всегда просила сделать ей новый кофе, даже если мы подавали ей лучший кофе, какой можем сделать. В конце концов, мы начали делать ей кофе без кофеина, и она начала заходить к нам еще чаще, потому что кофе не мог справиться с ее сонливостью. Однажды мы наконец сдались и сделали ей нормальный кофе на 6-й заказ за день. Я ничего такого не делал, но одна моя коллега высморкалась в бургер клиента, который назвал ее пи***й. Бургер она подала холодным.
Моя начальница плюнула в пиццу. Клиент хотел получить пиццу бесплатно и сам это заслужил своим поведением. Он позвонил и заказал пиццу-свалку. Я не сразу поняла, что это значит, что он хочет пиццу со всеми начинками, а не как обычно с одной. Я перечислила ему все начинки, сказала, что они все стоят по 25 центов и назвала общую сумму. Он получил свою пиццу и, видимо, откусил в машине, после чего вернулся, размахивая одним куском, и заявил, что зеленая оливка испортила вкус. Он требовал, чтобы я вернула ему деньги и дала бесплатно пиццу на его выбор. Я сказала, что мы не можем дать ему пиццу бесплатно вдобавок к возврату денег, потому что таков регламент пиццерии. Он начал кричать о том, что это чушь и что он голоден, поэтому ему нет смысла от простого возврата денег, а бесплатная пицца без возврата денег не компенсирует пережитую им боль и разочарование. Менеджер вышла из своего кабинета, обвинила меня в некомпетентности, чтобы угодить клиенту, затем решила самолично приготовить для него пиццу. Прежде чем поставить ее в духовку, она плюнула на тесто, посмотрела на меня и сказала: «Да, клиент всегда прав, но это не значит, что мы не можем иногда их наказывать». Если клиент ведет себя по-хамски и я случайно уронил еду, я все равно подаю ее им. Не потому, что я хочу, чтобы они съели грязную еду, но из-за того, что я знаю, что они будут грубить еще сильнее, если я потрачу лишние 3 минуты на то, чтобы приготовить новую картошку фри или новый бургер на гриле взамен того, что я уронил на пол. Аналогично, если какой-либо клиент на машине хамит во время оформления заказа, а потом останавливается не у окошка выдачи, а на парковке, в таких случаях нам приходится идти к машине, чтобы отдать заказ. Не понимаю, как можно быть настолько глупым, но подобное случается часто. Мы обычно не выносим их еду и заставляем ждать в качестве наказания. Если они выходят из машины, подходят к нашему окошку и начинают жаловаться, мы говорим, что не видели их и решили, что они просто уехали, потому что это очевидно, что заказ нужно забирать у окошка выдачи заказа. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.